На закате дня во дворе Самарского литературного музея прозвучали музыкальные произведения в исполнении Самарского духового оркестра. Репертуар подобрали тематический, рассказывает музыкант Антон Чеботарев. Основным лейтмотивом стало творчество Пушкина. Мы исполним произведение композитора Свиридова на темы сказок и произведения Александра Сергеевича Пушкина. «Тройка» тоже Свиридова и, пожалуй, «Романс» тоже Свиридова. Красивое очень произведение, достаточно грустное и печальное, но, тем не менее, очень красивое. На сцене также прозвучала композиция «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» по известному сюжету Пушкина. Для полного погружения в атмосферу вечера некоторые гости решили облачиться в наряды пушкинской эпохи. Они поделились своими впечатлениями. Мне вообще нравится все, что здесь происходит. И нравится, что здесь как есть и поэтическая часть, и театральная часть, и музыкальная часть. И вот у нас презентационная была часть и о моде пушкинской эпохи. И то есть все искусства, и художественные тоже. И вот этим интересно. И очень понравилось, что очень много молодежи, очень много детей, и вот эти вот то, что многие в цилиндрах ходят, и то есть вот Пушкин, он жив, вечен, вот это вот всем очень приятно. Здесь шикарный слог у наших артистов, певцов, шикарное дефиле, шикарные художники, и мы старались тоже сделать это мероприятие тоже очень замечательным, ярким, красивым, вкусным, сочным, чтобы это было замечательно и любому возрасту. Вот посмотрите, какая музыка шикарная, только здесь. Августина Охременко, Игорь Казановский, «События».